Вот он, туалет. Малюкусенький. Ну, сейчас. Который не набирается вода. Вот так льется. Без сидений, без всего. Вот она. Закрываешь. И не помещается вот здесь. Один туалет на все отделение огромное. В общем, смотрите. Вот в этом ведре, говорят, есть кипяченая вода. Я должна сюда залезть чашкой. Другой тоже должен залезть чашкой. Взять воду и попить. Горячей воды нету. Ни чайника, ни поттера, ни холодильника. Ничего нету. Значит, это Долинская больница. Главный врач, фамилию узнай. Напиши сейчас, позвони в приемную Лимаренко и облздрава. И пускай он придет и наведет порядок в своем отделении. Воды нету никакой, взять нет возможности. Холодильника нету, поставить ни воду, ни продукты, ничего нету. На этаже нету ничего. Вот положили половник, черпай, как свинье.